нашла, где выбирать себе автомобили. Вот легкоплавающий автомобиль, внедорожник явно, скоростные параметры тоже, в принципе, устраивают. Разгоняется дизельная машина, мощность двигателя до 200 лошадиных сил. Здесь все прекрасно. Армия 2022 – лучшие автомобили. Причем можно выбрать различные модели. Вот такие бронеавтомобили АМН. 23-31-14 Тигр с БМДУ для борьбы с БМВ. Пожалуйста. Замечательные наборы. Приезжайте, смотрите. Кстати, по поводу Тигра. Я задавалась вопросом, можно ли купить Тигр для собственного, можно сказать, катания, для собственного удовольствия. И есть варианты Тигров, точнее, они анонсированы, которые будут стоить под 10-9 миллионов рублей. И которые могут разгоняться до 180 с очень хорошей проходимостью. Ну вот непосредственно это военная модель Тигра. Специально бронированная машина семейства Тигр в комплектации Рейд. Видимо, что-то это типа престиж или люкс. И у него максимальная скорость 120, но говорят, что будут и гражданские автомобили, которые будут достигать скорости до 190. Ну, в общем, как вы поняли, мы в парке Патриот на Армии 2022. Следите за обновлениями.